всем на канале Виктора Коровкина. Я, Дед Мороз, хочу поздравить вас с наступающим 2014 годом. Хочу поздравить всех, кто смотрит меня, кто будет смотреть. Хочу пожелать и детям, и взрослым, и старшим вашим взрослым, которые вечно молодые по жизни ходят, помогают вам, любят вас, счастья, здоровья, успехов, творчества, огромной любви, большого задора, веселья в доме, хорошего настроения, огромной человеческой любви, милосердия и всего самого-самого хорошего, доброго и чистого, что есть в людях на этой земле. Я хочу пожелать, учитывая тот фактор, что это больше канал Виктора Коробкина о рыбалке. Вы видите, какая елочка сегодня у Деда Мороза? Воблеры и блесны. Такую елочку не каждый себе поставит дома. А у Виктора Коробкина стоит такая елочка. Вот он такой рыбак у нас и любит Новый год встречать с такой елочкой. Вот лошади встречать будем. Хочу пожелать всем начинающим рыбачкам, рыбачкам в будущем году хороших уловов, как маленьким, так и большим, я имею в виду рыбачкам и рыбакам, а также рыбок маленьких и очень больших. Я хочу, чтобы ваши выезды на природу всегда сопутствовали и приветствовались вашими близкими, чтобы вы получали радость и наслаждение от поездки, удачу от пойманного вами трофея, и чтобы радость ваша всегда была возможна, поделена с нами, с вашими друзьями, то ли на ютубе, то ли на фото, то ли на видео, то ли вашими рассказами. Всегда очень приятно увидеть или услышать хороший веселый рассказ, особенно под Новый год, или просто показ фильма, где людям доставляет радость и улыбку ваше творчество. Ну что, друзья, 2014 год будущим рыбакам и рыбачкам, а также настоящим, принесет только в декабре, в январе, в конце января и феврале морозы. Дед Мороз приедет уже сюда, к вам в Одесскую область, и больше уделит внимание для рыбаков. Ну, а пока я поеду поздравлять дальше детей. До 20 января ожидайте южных погод без сильных морозов. Поэтому, друзья, до следующих встреч в следующем году. Ждите Деда Мороза! Наступающим Новым годом!